копейских школах реализуется федеральный проект «Информационная инфраструктура». 7 школ города станут обладателями сети Wi-Fi и камер видеонаблюдения. Это школы номер 1, 6, 7, 13, 23, 42 и 44. Две из них, 6-ю и 23-ю, оснастят турникетами и пропускной системой. Проект достаточно новаторский. В стране, там в пределах, по-моему, полутора десятков регионов в нем участвуют. В прошлом году мы закупили достаточно большой объем различного оборудования. Это системы контроля управления доступом, вот, серверные, видеокамеры. Вот, и по сути дела, вот в этом году это оборудование, значит, оно уже монтируется. Монтаж оборудования во всех школах города планируют закончить к 1 сентября. А в школе номер 1 рабочие сдали проект на несколько дней раньше. Протянули туда кабель в кабинет. Можем представить, показать. Есть определенные сложности и трудности, потому что мы работаем в достаточно напряженных сроках. Вот, но в целом, я думаю, что и мы, и Игорь Борисович, там удовлетворены, как идут работы. На осуществление проекта в копейских школах были выделены средства из федерального и областного бюджета общей суммой более 11 миллионов рублей. Цель данного проекта обезопасить информационные потоки, увеличить скорость интернет, ну и в принципе все, что касается информационной безопасности именно в рамках образовательной деятельности. Всего в Челябинской области в проекте «Информационная инфраструктура» в этом году примут участие 219 школ.